Добрый день. Мы продолжаем изучать физику и, как обычно, начнем с того, что похвалим себя за то, что мы решили сделать следующий шаг в освоении физики. Я хочу напомнить, что ругать себя за то, что ты предыдущие дни ничего не делал, совершенно не следует. Лучше себя похвалить за то, что ты сейчас что-то делаешь. Мы переходим к новой теме, которая называется потенциальная энергия. Я хочу сказать, что для того, чтобы понимать, что такое потенциальная энергия, кинетическая энергия, работа, это разные виды энергии, очень удобно проводить аналогию, например, с деньгами. Вот потенциальная энергия – это примерно эквивалентно тому, что у вас на счету есть определенный запас денежек. Это какой-то запас, который вы в будущем, в потенциале, можете потратить на что угодно. Например, купить товары, купить что-то для вас интересное, превратить в другие виды ценности. Например, вы можете превратить это там, в еду, то, что вам нужно. Можно эту энергию, эти денежки, которые у вас в запасе есть, их можно потратить на что-то неразумное. Например, купить тухлые помидоры, и они пропадут, которые вы не съедите. Вот потенциальная энергия – это похоже на те денежки, которые у вас находятся на счету. Кинетическая энергия, она нарабатывается за счет работы. То есть вы совершаете работу и разгоняете материальное тело. Оно приобретает кинетическую энергию. Это примерно то же самое, что вы трудитесь на какой-то работе, и вам за это идет зарплата, то есть, которая пока еще не превратилась в потенциальную энергию, в деньги на счету, но вы в процессе выполнения это накапливаете, как бы, возможность получения этих денежек. И вот превращение денег из одной формы, из одной ценности в другую, это аналогично тому, как работа превращается в кинетическую энергию. Кинетическая энергия может превратиться в потенциальную, когда вам оплатят вашу работу и появятся деньги на счету. И эти деньги вы можете уже превращать в другую кинетическую энергию, например, деньги со счета вы можете превратить, создав какой-то бизнес, который будет вам разгонять и превращать вашу энергию. Если вы к бизнесу примените какую-то свой труд, свою работу, то у вас накопится еще энергия, то есть ваша энергия увеличится, ваши денежки расти будут. Вот поэтому вот такую аналогию хорошо у вас в уме держать. Теперь давайте перейдем к тому, что такое потенциальная энергия. Для того, чтобы это разобрать, нужно понимать следующее. Во-первых, все виды сил, которые есть в природе, можно поделить на два класса. Первое – это потенциальные силы. Это, ну, пример потенциальных сил. Это сила тяжести, сила упругости, электрические силы, гравитационные силы притяжения. Это потенциальные силы. Привет! Меня зовут Андрей Стерляткин, я основатель Годографа и проекта 80 баллов. Если тебе нравятся наши видео и то, как мы объясняем материал, но не хватает дисциплины и личного общения с преподавателем, то переходи по ссылке и записывайся на наши бесплатные уроки. Тебя ждет очень высокий балл на экзаменах, чай, кофе и печеньки. Удачи! И все остальные силы называются непотенциальными. Ну, их еще называют неконсервативными. Консервативные и неконсервативные. Или потенциальные и непотенциальные. Это одно и то же в терминологии. Какие силы называют потенциальными, а какие силы непотенциальными? Это мы сейчас рассмотрим. Теперь мы перейдем к такому понятию, как потенциальная энергия. Что это такое? Оказывается, что в механике все силы можно поделить на два типа.
Это потенциальные силы и непотенциальные. Чем они отличаются? Как это понять? Дело в том, что потенциальные силы обладают и интересным свойством. Работа этих сил не зависит от формы пути. Неважно, по какому пути эта сила перемещает нашу материальную точку или тело. Работа на любом участке из этих трех будет одинакова. То есть работа не зависит от формы пути, а зависит только от начального и конечного положения. Вот силы, которые обладают таким свойством, называют потенциальными. И для них можно ввести понятие потенциальная энергия, ввести потенциальную энергию. С ней очень удобно работать. Мы об этом, вы это увидите дальше. Примеры потенциальных сил. Это сила тяжести. Это гравитационные силы, притяжение между планетами. Это силы упругости, электростатические силы. Это вот основные виды сил, с которыми вам придется иметь дело. Теперь остальные все силы, которые существуют в природе, не являются потенциальными. Их называют непотенциальными силами. Примеры вам хорошо знакомы. Это силы трения, силы сопротивления. При этом часть энергии переходит в тепло. Реакция опоры, натяжение нити, биологические силы, когда человек что-то тащит или лошадь тащит. Все эти силы и много других сил не являются консервативными или потенциальными. Вот вам надо запомнить важные примеры потенциальных сил. Сила тяжести, сила упругости и электростатические силы, если задача будет касаться электричества. Для потенциальных сил можно ввести потенциальную энергию, которую мы обозначаем E с индексом POT, потенциальная. И для потенциальных сил есть такой выполняется закон, что работу потенциальных сил можно представить как разница между потенциальными энергиями в начальной и конечной точке. Обычно мы с помощью дельта обозначаем разницу конечной минус начальная. Поэтому получается, что работа потенциальных сил равна со знаком минус приращению потенциальной энергии. Далее мы рассмотрим примеры, чему равна потенциальная энергия для различных потенциальных сил.